Группа компаний Nefis Cosmetics и студия Bayer представляют. Команда по хоккею с мячом «Динамо Казань» в регулярном чемпионате России сезона 2013-2014 годов. Лучшие моменты матчей, интервью и комментарии, статистика и турнирные таблицы в программе «Видеоспорт». Сегодня смотрите репортажи матчей «Динамо Казань» «Септилимаш», «Динамо Казань» «Кузбасс» и «Волга» «Динамо Казань». Плотный график календарных игр чемпионата страны, по сути, не давал динамовцам Казани время прийти в себя после тяжелого и непобедного выезда в Сибирь и на Дальний Восток. Через сутки после прилета в Казань надо было играть против новосибирского «Септилимаша». Проблемы с составом, естественно, никуда не делись, так что среди экипированных на игру хоккеистов впервые в сезоне оказался даже Павел Франц, опытнейший и титулованный защитник, который все больше примеряется к тренерской работе. Что называется, всех под ружье. В такой ситуации оказалась команда в январе 2014 года. Чтобы выбраться из подвала турнирной таблицы, казанцам просто как воздух были нужны очки, то есть победы. Ответственность момента заставила выйти на лед даже Алексея Бушуева, хотя полузащитник по причине травмы не тренировался в «Коньках» больше 2 недель. В общем, всеобщая мобилизация в казанском «Динамо». Отступать некуда. Нервозности в предматчевые мероприятия добавили судьи матча «Динамо-Казань-Септилимаш». Бригада под предводительством Дмитрия Добрянского не спешила выходить на поле, и команды в недоумении катались на стадионе вплоть до 19 часов, времени, когда уже должны были гимны отзвучать и начаться официальная игра. К счастью, скандального происшествия не случилось, арбитры с серьезными лицами вышли на лед в начале 8-го под одобрительные возгласы болельщиков с трибун стадиона «Ракета». Юморной народ, болельщики, как водится. Участие в матче против «Септилимаша» капитана «Динамо Казани» Сергея Шаброва тоже, кстати, было под вопросом. Все-таки с надрывом связок пальца руки не каждый играть сможет, но капитан просто не мог поступить иначе. Мобилизация, значит, травмы не в счет. 3 поражения подряд с общим счетом 4-19 в пассиве динамовцев. 3 победы подряд с преимуществом в 1 мяч в активе «Септилимаша». Такова статистика перед очной встречей в Казани финалистов последнего Кубка страны. Ожидать искрометного зрелищного хоккея вряд ли стоило. Обе команды малозабивные в последнее время. Но то, что будет много борьбы на поле, в том числе и силовой, сомневаться не приходилось. Первые полчаса игры прошли вообще, по сути, без голевых моментов. А когда у динамовцев вроде бы получилось вывести Сами Лакнина на оперативный атакующий простор, арбитры увидели нападающего вне игры. Может быть, может быть. Вообще чувствовалось, что над казанцами давлеет ответственность за результат. Гости ожидаемо встали всей командой в защиту и редко атаковали крупными силами. Однако и редкие выстрелы бывают опасными. Так Рауан Исалиев в одиночку пробился на ударную позицию и саданул мячом в перекладину ворот Андерса Свенсона. Попади чуть ниже, быть бы голу однозначно. Видимо, удача в тот момент была благосклонна к хозяевам поля. Болельщики, воодушевившись ударом Исалиева, теперь ждали адекватного ответа от динамовцев. Но все попытки расшатать эшелонированную оборону сибиряков ни к чему не приводили. И повода рукоплескать у трибун было мало. Тем более, что до окончания первого тайма оставалось уже меньше 10 минут. На табло скучные 0-0, на льду отчаянная, но несозидательная борьба за мяч и территорию скучно в общем. Потому атака хозяев на 36-й минуте, организованной из глубины поля, явилась чудом просто-таки. Логинов прокатил с мячом 60 метров, сместился вправо, но придумал в окружении 3 соперников пасовать Петровскому, который и сам-то был под опекой, но сумел же все-таки отправить мяч в сетку ворот. Атака 2 против 7 стала голевой. Не чудо ли? Автор гола – Кирилл Петровский, с недавних пор самый результативный игрок команды «Динамо Казань». Принял, пробил с лета, вынимай мяч, голкипер. К сожалению, атакующий подвиг Логинова и Петровского остался единственным светлым пятном в игре «Динамо Казани» в первом тайме матча против новосибирского «Септилимаша». Результат до перерыва не поменялся, да и содержание игры тоже. На перерыв гости уходили, как показалось, удовлетворенными и со сдержанным оптимизмом, ибо последнюю победу «Септилимаш» одержал со счетом 2-1 над «Зорким», как раз уступая после первого тайма 0-1. Видимо, новосибирцы были не прочь повторить сценарий в Казани. Начало второго тайма показало, что у Новосибирска есть шансы и повод надеяться на благополучный исход. Евгений Маврин убегает к воротам Свенсона с левого фланга и атакует ворота.
Нет, мяч в сетку Маврин не отправляет. Но после контакта с защитником Валитала сам оказывается в сетке. За гол это падение, естественно, не считается. Ворота общими усилиями возвращают на место, а Маврин выслушивает от партнеров недовольство с загубленным голевым моментом. Позже и главный тренер Септельмаша вспоминал момент с сожалением. Голы важны очень в тот момент, когда они нужны. Именно. Поэтому я говорю, что попади там, не попади мяч в перекладину, реализуй выход один на один, и это была немножко другая игра. Может быть, и была бы игра другой, но случилась она такой, какой случилась. Для начала Максим Чермных вернул соперникам один из нереализованных моментов. С убойной позиции динамовец не попал в створ ворот. Тут же все вокруг стали рассуждать о том, что невезуха продолжается, и кроме Петровского забить никому не судьба. А тут еще и соперник продолжает пощипывать. Антон Шевцов опасно стреляет верхом. Свенсон парирует, но партнеры-то дали пробить соперника. Через пару минут свою профпригодность подтверждает и вратарь Септельмаша Марко Хирояярви. Сами Лаконин вроде бы бил наверняка, да низом, да в противоход, но миниатюрный Хирояярви отбил мяч. И это был еще один повод посетовать на неудачу финскому нападающему «Динамо Казань». И все же гол случился. Со стороны показалось, ну из ничего. Бесперспективный, вроде бы свободный от угла поля, но Алексей Бушуев и Максим Чермных превратили ситуацию в голевую. Один прострелил, другой технично переправил мяч в ворот. Возможно, этот вариант Бушуев и Чермных готовили на тренировке, но даже если это экспромт, то весьма эффектный. Тут больше вопросов к игрокам Септельмаша, которые умудрились просмотреть в непосредственной близости от ворот игрока команды соперницы. Да еще какого игрока? Положения вне игры нет, потому как Чермных контролировал свою позицию по игрокам в стенке, ну а завершающее касание мяча – дело техники. 2-0. Куй железо, пока горячо. Динамовцы прибавляют в движении, сибиряки прижимаются к своим воротам, и тут активность берет верх. Макс Пахомов находит передачей Сами Лаконина, и Лаконин наконец-то забивает. Почему наконец-то? Да потому что Лаконин не забивал последние три игры кряду. Возможно, этот гол вернет легионеру уверенность, и от этой уверенности будет победная польза всей команде. 3-0 к 69-й минуте игры. Но именно этой минутой в протоколе датирован еще один голевой успех. На этот раз новосибирский. Блицкрик сибиряков вышел на славу. Евгений Маврин частично реабилитировался за неудачу в дебюте второго тайма. 3-1. И здесь по поводу безоговорочной победы «Динамо Казань» закрались сомнения. «Сомнение прочь», примерно так провозгласил Максим Пахомов на 71-й минуте игры. Отважно пошел в отбор, смело атаковал по левому флангу, да в завершении нашел передачей конфеткой партнера. Максиму Чермных в той ситуации оставалось только подставить клюшку и мяч в сетке. Эта комбинация, можно сказать, стала адекватным ответом Септельмашу. Блицкригом на блицкриг. Скоростные данные Пахомова хорошо известны в Суперлиге, и в конкретном игровом эпизоде способность ускориться сыграла свою роль. Ну и видение ситуации было тоже на высоте, равно как и у Максима Чермных. Вовремя подъехал и забил гол. Свой второй гол в матче. 4-1 на табло стадиона «Ракета». Но Казань-то и не собирается успокаиваться. Очередной эффективный отбор мяча в центре поля становится фундаментом быстрой контратаки. Теперь с участием Пахомова и Петровского. На этот раз Максим Пахомов все решил сделать самостоятельно в штрафной площади гостей и сделал дело красиво. 5-1 на 77-й минуте игры, и теперь уже было сложно предположить, что Септельмаш отыграется хотя бы. Уж очень уверенно в эти минуты на поле смотрелись игроки команды «Динамо Казань». Однако сибиряки были не прочь подкорректировать хотя бы результат. На 83-й минуте заработали угловой, и Евгений Маврин стал автором точного удара по воротам Андерса Свенсона. Да, с рикошетом, но мяч в сетке. От голов со стандартов, как известно, 100% гарантии не существует. 5-2 за 7 минут до финального свистка. И в этот момент Сергей Шабуров, травмированной рукой, отправляет к воротам Септельмаша Сами Лаконина. Чистый выход один на один не реализован. А почему? Да потому что Лаконин решил исполнить гол красавец, вместо того, чтобы просто катнуть по льду мяч в ворота. Перебросить невысокого вратаря Лаконину не удалось. Чувствуя, что команда начала заигрываться, Владимир Янко дает распоряжение брать тайм-аут. Для успокоения раззадорившихся подопечных. Вот так. И вроде бы все поняли. Последние 5 минут играем надежно, строго. Но проходит пара минут, и Септельмаш забивает с игры. Защитники просто потеряли на фланге Дмитрия Завидовского. 5-3.
И теперь уже есть повод собрать своих у Сергея Лихачева, главного тренера «Сибсельмаша». Мало ли, а вдруг за оставшиеся 3 минуты удастся пару мячей «Динамо» отгрузить. Да, в хоккее с мячом всякое бывает. Однако на этот раз судьба не уготовила динамовцам Казани жестокую гримасу разочарования. «Сибсельмаш» больше не забил, да и не наиграли сибиряки на большее. Скорее, казанцы во многих эпизодах переигрывали сами себя. Но все это следствие пребывания на черной турнирной полосе. Теперь вот, благодаря победе над «Сибсельмашем», ребят вступили на белую полосу, протяженность которой, впрочем, никому не известна. Слово главному тренеру «Динамо» Казани Владимиру Янко. В 2014-м для его команды это был первый положительный результат. Ну, «Сибсельмаш» не произвел у меня вообще никакого впечатления, потому что мы-то сейчас не блеск. Причем у нас-то объективно и причины понятны. Вот. И, честно говоря, я думал, что так сегодня вряд ли мы сможем выиграть. Вот. А ребята так молодцы, собрались. Фрагментами ребята играли хорошо. Молодцы, за что им благодарен. Но в конце, конечно, может быть, это слишком большое желание выиграть. Или наоборот, недооценка соперника, потому что соперник настолько был слаб, что при счете 5-1 наши ребята подумали, что надо выиграть 10. А зачем 10? 5-1 нормальный счет был бы, закономерный. И все нормально. Ну, обменялись бы еще, может, голами, там, незабитыми кто-то. Они там, может быть, где-то не забили. Мы тоже забили бы. И как бы объективная ситуация была бы. Кемеровский Кузбасс наведался в Казань, когда столицу Татарстана засыпало снегом. В тяжелейших условиях работникам стадиона «Ракета» удалось подготовить лед удовлетворительного качества. Однако метель-то не прекращалась, то есть по ходу матча «Динамо-Казань-Кузбасс» проблемы с катанием игроков и игрой в пас были неизбежны. Впрочем, обе команды в равных условиях, так что было интересно посмотреть на противостояние Кемерово и Казани еще и в турнирном ракурсе. Обеим командам нужны были очки, как воздух. Кто же глотнет в итоге живительного кислорода? Казань начинает за здравие. Уже на 2-й минуте игры Максим Черных нашел передачи Сами Лаканина, и тот мастерски разобрался с вратарем и защитниками Кузбасса. 1-0. Эффективной по погоде, можно сказать, оказалась передача верхом, которую Лаканин и принял технично, да и продолжение комбинации придумал голевое. Быстрый гол, однако, не гарантирует в русском хоккее ровным счетом ничего. Болельщики «Динамо» Казани отлично помнят игру против «Енисея» здесь, на «Ракете», когда уже ко 2-й минуте казанцы вели 2-0, а в итоге проиграли матч в 2 мяча. Между тем, Кузбасс, очевидно, тяжелее входил в игру, и динамовцы продолжали атаковать ворот Сергея Морозова, что называется, в режиме нон-стоп. На 10-й минуте Бушуев и Петровский поднимают клубы снежной пылью у ближней штанги, но мяч в ворота не прошел ни с первой, ни со второй попытки. Наверное, снег встал на защиту кемеровских ворот. Следующая атакующая волна вынесла на своем гребне на ударную позицию Максима Черных. Но полузащитник захотел поделиться мячом с партнерами, и толкового из этого ничего не вышло. Счет на табло не изменился, а силы были потрачены впустую, что называется. Холостыми пока не стрелял только Сами Лаканин, причем и второй свой гол финский легионер забивал после чудо-передачи Максима Черных. Защитники Кузбасса пока не могли найти противодействие связке Черных-Лаканин. А если нападающий оказывается с глазу на глаз с вратарем, то пиши пропало. На 17-й минуте кемеровчане записали второе пропало в свой дневник. Не успели на табло цифры поменяться, а болельщики допеть свои торжественные песни, как надо было заново начинать. На 19-й минуте Алексей Бушуев со свободного, в своем стиле, можно сказать, стреляет в сторону ворот соперника. Мяч несколько раз рикошетит, но в конце концов его укрощает все тот же Сами Лаканин. 3-0. Хет-трик финского ветерана казанского «Динамо». Давненько Лаканин не баловал болельщиков трешками, а ведь были времена, когда 3 для Лаканина забить было стандартом в своем роде. После того, как счет стал 3-0 в пользу хозяев, те самые хозяева устроили, можно сказать, аттракцион неслыханной щедрости на хоккейном поле. Разбазаривали голевые моменты направо и налево. Лидером в этом мероприятии первого тайма, несомненно, стал Максим Пахомов. Вот уж ему-то точно невезуха в подруге напросилась. И в день матча «Динамо-Казань-Кузбасс» в том числе. И все же до перерыва 4-й мяч в ворота противника динамовцы отправили. Угловой разыгрывал Сергей Шабров, а точным ударом отметился Алексей Щеглов. Так сказать, подарочек партнерам по нападению от защитника, а брату Ивану и в честь дня рождения. За оставшиеся 7 минут тайма в статистике ничего не поменялось, равно как и в погодных условиях.
Болельщики с уверенностью победителей ждали второй тайм. А вот на лице главного тренера «Динамо» Казани Владимира Янко была заметна тревога. По поводу чего тревожился наставник, стало ясно чуть позже. Второй тайм начинается с атак Кузбасса, и одна из них на 49-й минуте завершается взятием казанских ворот. Олег Зимцов наносил удар по воротам, после которого кемеровский ноль на табло был исправлен на единицу. Никто вокруг пока так и не понял, что же это было. И только Владимир Янко, похоже, приоткрыл занавес своей тревоги перед началом второго тайма. На орехи досталось Алексею Бушуеву. Восстановить преимущество в 4 мяча казанцы сумели довольно быстро. На 50-й минуте с углового свой очередной мяч забивает Кирилл Петровский. Не хочет, видимо, парень отдавать бомбардирское лидерство кому-нибудь из команды. Буквально через минуту Сами Лаканин может окончательно деморализовать Кузбасс, но 6-го мяча Лаканин в ворот противника не забил, а только увеличил список игроков, не реализовавших моменты. В свою очередь, кемеровчане к своим моментам относились рачительнее. На 58-й минуте Руслан Тримаскин нашел брешь в защитных порядках «Динамо», и это был второй мяч Кузбасса в ворота Андерса Свенсона. Ничего страшного, по-шведски, видимо, сказал сам себе Ханс Андерсон и запустил со своей половины поля передачу, которая нашла Сами Лаканина в штрафной Кузбасса. Ну а Лаканин оказался нежадным парнем. Катнул мяч Максиму Черных, которому уже точно ничего не оставалось, как направить его в пустые ворота. 6-2 за полчаса до окончания игры. Игры, в которой, в принципе, было ясно все на тот момент. Атака «Динамо» Казани с лихвой компенсировала огрехи в обороне. Вот только те самые огрехи выглядели как-то неестественно. «Динамовцы» в буквальном смысле сами помогали сопернику организовывать голевые атаки. 62-я минута. Можно сказать, с передачи Ивана Щеглова мяч в ворота «Динамо» Казани забил Константин Зубарев. 6-3. Забей сразу ответный гол Максим Пахомов, и веселая голевая карусель крутилась бы в прежнем, уверенном для Казани темпе. Но Пахомов не забил, а гости взяли, да еще и с углового запустили мяч в сетку ворот хозяев. Денис Криушенков – автор точного удара, и вот уже на табло 6-4. Самое время тренерского тайм-аута. Янко берет тайм-аут, а позже объясняет, почему тревожился и какая для этого была причина. Это называется слово «реакклиматизация», потому что мы 12 дней в поездке находились, мы уже полностью акклиматизировались. К 4-5-часовой разнице во времени. Вот. И это она накрывает тебя, ты просто сам даже не знаешь, третий, пятый день какой там будет, седьмой, ты просто сам не знаешь как. Вот нас сегодня на второй тайм просто накрыло. Потому что когда кто-то один плохо играет, то или там, ну, не один, скажем так, ну, группа игроков не очень хорошо, то это как для тренера как бы является не очень хорошим таким симптомом. А когда у тебя вся команда просто останавливается, то понятно, что здесь как бы причина совершенно в другом. И она как бы для меня ясна, потому что я-то это знал. Тайм-аут вроде бы пошел на пользу. На 75-й минуте Максим Черных организовал моментище для Максима Пахомова. И тот не промахнулся. 7-4. Ну теперь-то поспокойнее будет, предположили на трибунах болельщики. Однако покой защитникам «Динамо» Казани и не снился. На 77-й минуте Кузбасс усилиями Владислава Тарасова вновь оставляет неудел оборонцев «Динамо». 7-5 и еще 13 минут играть. Вот уж действительно раскачались атакующие качели. А кто бы мог предположить такой сценарий после в одну калитку выигранного первого тайма со счетом 4-0? Разве что Владимир Янко? 83-я минута. Мяч у углового флажка у ворот Кузбасса. По классической схеме пас-удар забить не получилось. Зато в суматохе проворнее всех оказался Максим Пахомов, и он стал автором 8-го гола в ворота Кузбасса на 83-й минуте игры. 8-5. Достаточно уже. Но такая игра в качели на тот момент еще не закончилась. Вадим Стасенко на 86-й минуте убегает от защитников «Динамо» Казани и в 6-й раз поражает ворота Андерса Свенсона. Вариантов отразить удар у шведа было немного. К счастью, на этом голевая веселуха закончилась. Время игры истекло, игры, которая однозначно не понравилась тренерам, но не заставила скучать болельщиков. 8-6. Победа «Динамо» Казани. 3 очка идут в турнирный актив «Динамо», которому через пару дней выпало сыграть в Ульяновске. Морозном Ульяновске против «Волги». Симбирск встретил участников матча «Волга-Динамо-Казань» морозом за 20, да еще и с устойчивым ветром со стороны Великой реки.
Не просто в такую погоду играть в русский хоккей. Хоккей, который бы нравился болельщикам. Дополнительные трудности в очередной раз в этом сезоне свалились на команду Владимира Ленко. Два игрока основного состава не смогли приехать в Ульяновск. Защитник Алексей Щеглов и нападающий Кирилл Петровский не просто захворали, а вышли на больничный, причем надолго. По поводу постоянных потерь в составе Владимир Ленко как-то высказался на пресс-конференции. Да, вот такая вот ситуация. Ну что делать? Играть надо. Ничего не поделать. В общем, в холодном ульяновске динамовцы могли уповать только на поговорку «не числом, но умением». В свою очередь, «Волга» после разгромного поражения в предыдущем туре от «Зоркова» несомненно хотела реабилитироваться, добрать, так сказать, турнирные очки. «Волге» досталось в первом тайме играть по ветру, и тем удивительнее было видеть в местной публике, что с первых минут инициативой завладели динамовцы Казани. А ветер? Ветер только и делал, что сносил с места ворота Андерса Свенсона. Какое-то продолжительное время потребовалось работникам стадиона, чтобы закрепить ворота специально припасенными, видимо, для таких случаев, грузами. Ну а первый результативный момент случился на 11-й минуте матча. Угловой с правого фланга разыгрывал Ханс Андерсон, а голевой удар исполнял Иван Щеглов. Очевидная несогласованность ульяновцев в своей штрафной позволила защитнику «Динамо» Казани проявить себя хозяином в чужой площади. 1-0 в пользу гостей. Пропущенный мяч, вопреки ожиданиям, не встряхнул игроков «Волги». «Динамо» продолжало контролировать игру и, быть может, тотально атакующим. Хоккей не смотрелся со стороны, но уверенность, с которой казанцы играли, однозначно подкупала. На 20-й минуте Сами Лаконин сам себе создал момент, отобрав мяч у соперника. Сместился вправо и точно уложил мяч в сетку ворот Дмитрия Сергеева. Голкипер-великан в том эпизоде был бессилен спасти свою команду. Лаконин перед поездкой на чемпионат мира в составе национальной сборной Финляндии начал забивать. И это хороший знак, в том числе и для «Динамо» Казани. 2-0. Этот счет вполне мог вырасти до более крупного, но у динамовцев что-то не заладилось с реализацией стандартов. Одних угловых было разыграно с десяток, но забить не случилось. Можно было бы рассчитывать на пенальти, но даже в откровенных случаях, как в конкретном с Максимом Пахомовым, судьи не видели повода для назначения 12-метрового штрафного удара. Главный арбитр матча Юклиевских в этом сезоне уже не раз получал критику, и очередная игра не стала исключением. Как бы то ни было, первый тайм остался за динамовцами Казани, и счет 2-0 на табло в их пользу далеко не полностью отражает положение дел на поле. Второй тайм. Казанцы были готовы к тому, что «Волга» с первых минут понесется к их воротам опасными атаками. Но ничего подобного. По-прежнему все было под контролем команды Владимира Янко, и на 55-й минуте преимущество выразилось в третьем забитом мяче. Максим Черных снабдил передачей Максима Пахомова, и тот исполнил редкий по точности удар по воротам «Волги». Даже местные болельщики вслух восхитились ударом Пахомова, который в тот момент, похоже, испытывал полное удовлетворение собой. А когда на 63-й минуте Ханс Андерсон длинной и высокой передачей нашел в штрафной площади «Волги» Михаила Жданова, для многих болельщиков на трибунах стадиона все стало ясно. Казань сильнее. Кстати, для Михаила Жданова это был первый гол в текущем чемпионате. Поздравляем! Спокойствие на поле завершилось на 70-й минуте. Евгений Волгужев придумал ударить по воротам «Динамо» Казани, и с рикошетом от конька защитника мяч угодил в девятку ворот Свенсона. Ну что ж, бывает, везение нападающим никто не отменял. Однако, когда через пару минут «Волга» еще и с углового удара забила мяч, нервное напряжение вмиг стало зашкаливать. Ульяновцы почувствовали, что у них появился шанс спасти игру, и принялись прессовать казанцев. Зачастую этот прессинг переходил границы дозволенного, и на поле то и дело возникали стычки. Самая крупная была зафиксирована на 84-й минуте матча, после грубости Юрия Корсакова. Всех успокоил только гол Сами Лаконина с углового. Пятый гол динамовцев оказался последним в игре. 5-2. Третья подряд победа казанской команды способствовала существенному улучшению турнирной ситуации. На перерыв, связанный с проведением чемпионата мира в Иркутске, команда Владимира Янко уходит пятой в рейтинге Суперлиги России.
выше Казани, Красногорск, Иркутск, Москва и Красноярск. Причем на вершине двоевластия. Енисей и динамовцы Москвы заработали по 38 очков, и это, несомненно, дополнительная интрига сезона. Ждем возобновления регулярки и продвижения вверх команды «Динамо Казань». Это «Видеоспорт». Всем удачи, всем побед!